твое лицо, когда судил полночи московский дрифт. А сегодня понедельник. Поехал налево приводить себя в порядок, потому что завтра надо быть красивым. Будут хорошие новости. Всем доброго утречка еще раз. Как видите, уже красивый, нарядный. Сейчас жду Леху Распутного. Подтянется Зара Фильмера. Поедем. Нам нужно доснять контейнер, который 1 апреля выходит. И еще по RDS Азии поработать по контентику. И еще по одному контентику надо тоже обсудить вопросики. Ну и завтра будет еще новости интересные. Надо тоже к ним подготовиться. Короче, вот такой красивый наряд. Будем вещать. Ну вот Леха подтянулся, да? Мы оба красивые наряды. Он на стиле... Два тренера. Один по дрифту. Один футбольный. По детскому футболу. Короче, помчали готовить сюрпризы. Здесь что-то происходит. А скоро выпуск нашего дрифт-контейнера. Кстати, посмотрите, сушечка-то тоже пятнистая такая, голубая, синяя, у нас такой серо-черно-оранжевый турик. Вот и 110-ик тоже попал в обзорчик. А вчера он попал в ДТПшечку.